педагоги рулят. На одном из качканарских автодромов они демонстрируют свое мастерство. Но автоледи нужно не только проехать змейкой и правильно припарковаться, но и творчески представить себя и свой автомобиль. Воспитатель Анжела Изюмова выбрала образ, близкий к ее профессии. Я с копейки начинала, а теперь вожу Лифан. Представляю его вам в виде курочки на сетке. Потому что мои детки, как цыплятки в детсаду. Воспитатели и учителя пытаются выяснить, кто лучше водит и знает правила дорожного движения. Для них Качканарская автоинспекция проводит конкурс под названием «Учитель-автолюбитель». Сегодня приняли участие 10 участниц. Все, конечно, волновались, все учили правила дорожного движения, пытались повторить сложные элементы на автодроме. Но перед тем, как попасть на автодром, педагоги сдавали теорию. Старались все, но не все справились на отлично. По итогам трех испытаний жюри подводит итоги. Тройки лидеров – воспитателей детских садов. Анжела Изюмова становится третьей. Второе место достается Екатерине Кокориной. А побеждает в конкурсе Анастасия Тунева. Она – ответственный работник детского сада по безопасности дорожного движения. Стаж вождения у нее 3 года. Такие конкурсы требуют очень подготовки, то есть желательно повторение и правил ПДД, знание их обязательно в любом случае, и также тренировки. После награждения автоледи фотографируются на память и отправляются демонстрировать свои навыки на дорогах Качканара. Александра Поддубная, Евгений Ярин, НТР ТВ.